Не узнали? Это мы. Это же мы. Вы что? И почему мы опять беспокоим наших дорогих зрителей, скажи мне? Это не поэтому. Нам не надо. Почему? Объясняй. У нас есть нож. Что это за игра? Объясни. Давай, показывай. Не ставьте, ну там, знаешь, report violence. Не надо. Потому что мы нашли кое-что новое. Да. Быстрее. И это был... Да, мы нашли еще один фрукт и хотим его с вами вместе попробовать, посмотреть. Ну или мы будем пробовать и пообщаться с вами, дорогие друзья. Давайте. Хала. Очень тяжелый фрукт. Можно подержать? Подержи. Супер. Что мы о нем знаем? Практически ничего. Просто мы знали, где мы его сорвали. С нами сейчас на связи корреспондент Татьяна, да? Да. Ну-ка. Татьяна? 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 А, не, Роман. Да? Роман? Татьяна? Покажу, как растет фрукт гала. Роман? Татьяна? Вот дерево. А вот там он растут, вот эти фрукты все. Давайте я сейчас что-нибудь... А как его достать, ребятки? Татьяна? Роман? Роман? Татьяна? Так. Еще один. Роман? Татьяна? Да, расскажите там нашим дорогим друзьям, что это такое и в прямом смысле, с чем его едят. Расскажите, пожалуйста, где и как срывать, что делайте делать что-нибудь, вообще. Татьяна. Да. Ну, мы, у вас работа такая, Татьяна. Роман? Да, пойдемте, я вам покажу, как растет гала. Роман? Татьяна? Вот это кусты этого фрукта, который мы сейчас попытаемся найти. Они все очень колючие. Вот такие. Видно тут? Роман? Татьяна? Ау! Вот. И давайте посмотрим. О, что у нас здесь? Похоже на ананас. Давайте-ка мы его... Роман? Татьяна? Спасибо. Так. Итак, мы ни разу не пробовали, мы не знаем в данном случае, спелый он или нет. Думаю, что не будем начинать с большого, начнем с поменьше, потому что мы сорвали их два. Угу. Вот он таков. Итак, так. Давайте попробуем, что там у нас внутри. Как легко вытаскиваются составные части. А ну-ка, можно мне тоже Давай. Сделать что-нибудь? О, похоже, как будто я из подсолнечника достаю семечки. Пахнет овощами, выглядит ярко. Ярко, как игрушка. Надеюсь, что он, ну... Не ядовит. Выглядит красиво вот так внутри. Как будто взрыв. Как будто взрыв. Давай, пробуй. Сочненько. Давай.
видимо, очень хорошо подходит. Выглядит, как будто ты хочешь почистить зубы этой штукой. Похоже на набор, очень плотный набор. Конструктора? Не так для чистки зубов, когда я грызу их, только подслащённые. Но, говорят, это очень вкусно, полезно. Ребята, то, что вкусно, полезно и экзотически, не обязательно от него получите восторг. Очень слабо ощутимый вкус, я думаю, что потому что он еще недостаточно спелый. Видимо, надо подождать еще недельку. Давайте подождем. Давайте подождем недельку. Ну попробуем, просто попробуем. Ну чуть-чуть. Как будто дали дерево погрызть, а я тебя бобер. Чувствую, да, есть какая-то сладость внутри. Минимальная вообще, а вот похоже на безвкусное, реально, смотри, очень большое количество, как будто дерево. Угу. Сухое дерево. Погрызли на камеру немного дерева. Спасибо за просмотр. Сегодня это будет единственный и главный наш участник нашей передачи. Бывают вот таких размеров, больших и поменьше. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я и он.